Так, сейчас без 25. Продолжаю запись. Взвешиваюсь. 75,8. Я не помню, сколько было в прошлый раз. Во сколько, только сказать одно точно, что я ходил за яблоками, он помыл их только что. Там дерево такое интересное. Яблоки мелкие, но зато их очень много. И один слой уже гнилых за двором, не во дворе. Не подумай, я ничего не ворую. Я взял то, что лежит и гниет. Один слой уже гнилых, а на нем уже следующий слой нападает. А на них яблок. Ни одной живой души, самое интересное. Кому эти яблоки не надо? Люди, ешьте яблоки, это очень полезная пища. Сейчас поубираю такие, что потрошнее, погнилее, чтоб они не портились. Я и там старался гнилые не брать, но все-таки попадали. Особо времени под дождем сейчас не было убирать яблоки. Хотите верьте, хотите нет, я бы вот так вот питался. Даже если бы не было у меня денег. Потому что когда они у меня были, я особо сильно не жировал, по мне не видно. Я когда-то жировал, так ведь. На еду я деньги никогда не тратил, а матери давал зарплату стабильно, 1000-1500, ну, по 1000 точно, там на все мне хватало.
честно признаюсь, в жизни никогда столько яблок не видел. Ну, не считая магазина, конечно. Там яблоки в сезон по летам я привозились. То не то. Именно возле дерева. %58 15 часов.
Жаль, у меня нету соковыжималки. Да нет, хоть какая-то была ручная, советская. Сколько здесь зеленых твердых яблок? И уже гнилых.
Пожалуй, это последнее на сегодня, потому что я опять переедаю. Я сам еще полез давай. Ну, люблю я яблоки. Такого состояния, как будто я переел, все не могу. Еще нету. У меня было с кашами, особенно пшенично-ячневой. Я тогда просто решил, что лучше буду пророщенные лен и пшеницу есть, чем опять кашу. Хотя пшеница та же самая пшеничная крупа, да? Айо. Пшеничная полезнее, она хоть живая. А в ней, как и в яблоках, есть прана. Тоже надо понимать. Больше всего праны, когда она только сорвана с дерева. А на дереве оно висит еще не спевшее, не созрелое. А вот упала, полежала, а праны уже меньше.
вкусные яблоки. Если вдруг случится так, что кто-то на нашей улице посмотрит эти видео, я хочу сказать большое спасибо за то, что были посажены эти деревья. Правда, я стараюсь не только для себя. Для себя я уже точно знаю, что яблоками питаться можно и нужно. Надо как-то теперь донести до людей, чтобы яблоки не гнили. Были бы у меня возможности, можно было бы как-то их использовать. Больше чем уверен, что сейчас в Донецке не каждый имеет возможность купить, либо сорвать, съесть яблок. Либо солдатам отправить. Как-то.
Смотри, блин, как прорвало, даже не тормозит.
Компьютер гудеть перестал. Что значит перегревался? По-прежнему 100% загрузка процесса, но он уже не так гудит. Кулер, система охлаждения, ваша температура спала немножко в комнате. 2-4 градуса. Воздух циркулирует больше, с улицы идут. Вентиляция.
Я извиняюсь.
понравилось. Мало не здесь.
Не надо мне ваши игры. Ваша реклама.
чувствую, что, скажем, днем, блин, я переедаю этих яблок, у меня сейчас тяжесть сильная в желудке. Но ваш желудок, объем желудка, не то чтобы он уменьшается, он просто свой нормальный размер приобретает. А когда много ешь, он сильно увеличивается. Чувство насыщения приходит гораздо позже, после начала приема пищи. Короче говоря, ну, я быстро наедаюсь, но остановиться не могу, потому что я люблю яблоки. Но это то же самое, что с гречкой. Яблоки закончатся, и гречка подорожала, я смог от нее отказаться. Яблоки закончатся, будет, что будет. Будет переход на праную. Ну, а если не получится, значит пророчная пшеница. Я ее уже ел порядка 3 месяцев. Тогда была еще гречка, правда, жареная, не живая, не с праной. Но это был мой опыт. Я ел и лен, и пророченную пшеницу. У меня есть еда, поищите. Сырая, моносырая.
Жаль, у меня кантора нету. Можно было бы взвешивать, сколько я ебу. Когда наступает насыщение. Блин, кантор до нефти.
что-то у меня все виснет, все, наверное, хватит на сегодня. Сидеть. Так. Последний раз на сегодня померяю давление и вес. Я загрузил кое-какие видосы по теме храма. Надо посмотреть. Ну, не могу их включить, чтобы звук писался. Там может и музыка будет. Это наше авторское право, а я рекламу пока не могу выключить. Мне запретят монетизацию, короче говоря. Сам буду слушать. Читать уже не получается. Почти такое же самое, как и было утром, давление не повышается, пульс немножко повысился. Утром было 92, сейчас 95, 54, сейчас 66, 66 пульс был, сейчас 76. Так, теперь... Дальше видно. Семьдесят шесть и два, а я вес таки потерял. И то это с камеры. Семьдесят пять и девять. Все на сегодня, дорогие мои друзья. Завтра продолжим.